Глава Люберец, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков провел очередной личный прием граждан. Какие вопросы волнуют жителей, расскажет наш корреспондент. Председатель ТСЖ решает все сам. Устав он может переписать сам, как вам сказали. Нам заявляют, что у нас были собрания собственников. Там выбрали председателя от господина Хренова. Проголосовал за него 92%. Такая цифра собственников большинства квартир дома номер 27/1 по улице Шевлякова настораживает. Жители просят оказать содействие в создании совета многоквартирного дома, который сможет контролировать работу ТСЖ, или путем общего голосования сменить управляющую компанию. Есть много вопросов, которые, в принципе, мы не можем решить, ну, не совместно с собственниками жилья, не с председателем. Хотим просто, чтобы нас услышали, что председатель вообще не взаимодействует с собственниками. Мы не можем влиять на выборы каких-то вопросов в голосовании. Мы не можем договориться непосредственно с председателем, с правлением. Не выходит на связь. Просьбу жителей глава округа услышал. Проблему решили на месте. Инициируем собрание жителей ОСС. Проведем, мы поможем собрать подписи необходимые и забросим документы в ГЖИ. Мы сделаем все для того, чтобы вас включили в управляющую компанию нормально. На приеме обсудили улучшение жилищных условий, несанкционированную торговлю в подземных переходах и качество содержания входных групп в магазины. Богдан Колесников, Денис Зугольников, телеканал ЛРТ.